Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Привет! Ребята, у нас с вами сегодня финал. А это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в нашей стране безопасности на этой неделе. Все предыдущие 3 дня мы с вами говорили о правилах безопасного поведения при возникновении пожара в разных местах. И это и дома, и в подъезде, и в лифте. Сегодня мы еще не раз вернемся к этой теме, ну а пока приступаем к нашему первому конкурсу. Это тоже будут загадки. И приятно то, что все отгадки уже есть у вас на стенде. Но все буквы в этих отгадках перепутаны. И вообще непонятно, где какая отгадка. Поэтому вам необходимо будет расставить все на свои места. Здесь, в этом конкурсе, ребята, есть огромная возможность заработать много фишек. И здесь каждый правильный ответ будет стоить 4 фишки, плюс еще 2 тому, кто справится быстрее. Варя, мотай на ус. Итак, никто не говорил, что будет легко, тем более в финале, но и приз очень достойный, я вам уже сказала, 4 фишки плюс 2 за скорость. Ну что, будем начинать? Да. Итак, подходите каждый к своему стенду. Подсказку я вам все-таки небольшую дам. Ребята, речь пойдет обо всем, что связано с огнем и пожарными. Я буду каждый раз называть вам первую букву в слове и общее количество букв, из которых состоит слово. Итак, первая загадка. В первой загадке первая буква «П», а всего в слове 8 букв. Смотрим на меня и слушаем загадку. Варь, повернись на меня. «Смел огонь, они смелее, он силен, они сильнее. Их огнем не испугать, им к огню не привыкать». О ком идет речь? Смотрим, ищем, какое слово здесь может быть словом-отгадкой, и выстраиваем в правильном положении буквы. Ты справилась? Да. Хорошо. И что у тебя за слово получилось? Читай. Пожарные. Ну, Варя, успела и один вариант ответа дать, и второй. Ну, за скорость фишку получишь ты. 2 даже фишки. Ждем Акима. Какое слово, Аким? Пожарные. Как? Я еще... Кто они? Кто борется с огнем? Пожарные. Пожарные, конечно. Правильно. Итак, ребята, время раздачи фишек. Аким за правильный ответ 4 я кладу в коробочку. 4 и Варе 6 за правильный быстрый ответ. Не вижу радости на ваших устах. Прям 6 я взяла. Хорошо, ребят, теперь быстренько снимите слова свои отгадки. Вот это первые ваши. Итак, ребята, вторая загадка, всего в ней 3 буквы, поэтому подсказывать я вам не буду, вы сами сейчас быстренько догадаетесь. Слушайте внимательно загадку. Белый столб стоит на крыше и растет все выше, выше. Вот дорос он до небес и исчез. Магниты, Варя, у нас есть. Аким был быстрее. Поэтому правильно ответили, ребята, это действительно что, Аким? Дым. Дым. Поэтому 6 фишек на этот раз у Акима и 4 у Вари. И 4 у Вари. Следующая загадка. Поворачиваемся ко мне и слушаем. Третья, последняя загадка состоит из 5 букв. И первая из них буква О. Кротким пленником годами я живу внутри печи и варю супы с борщами, выпекаю калачи. Я даю тепло для дома, но во мне всегда, поверь, пострашнее раскатов грома кровожадный спрятан зверь. Что это? О чем это у нас здесь речь идет? Говорите, кто справился. Я все. Я все. Итак, что Варя на долю секунды оказалась быстрее Акима, поэтому Варя 6 фишек и 4 Акиму. Присаживайтесь. Молодцы, ребята, вы неплохо справились с моим первым заданием. Сейчас нам с вами предстоит последняя встреча с экспертом по пожарной безопасности Марией Александровной. Она уже вышла с нами на связь. Внимание на экран.
Ребята, привет! Привет! Здравствуйте! Мы уже не раз говорили о пожарах, а сегодня поговорим о первичных средствах пожаротушения. Ребята, какие инструменты и материалы вы знаете? Огнетушитель. Так, Аким, это вода, что? Вода. Вода, хорошо. Песок. Самыми популярными первичными средствами пожаротушения являются вода, песок и земля. Они с давних пор применяются для тушения пожаров. Помимо них к таким средствам относят огнетушители, внутренние пожарные краны и пожарные щиты с инвентарем. На пожарных щитах располагаются лом, лопата, багор, крюк, топор и пожарное ведро. Все эти предметы предназначены для эффективной борьбы с возгоранием на его начальной стадии. Еще для тушения пожара требуются специальные средства, защищающие органы дыхания, зрения, голову и тело. Именно спасатели обладают не только профессиональными средствами, но и необходимыми знаниями и умением бороться с огнем. Поэтому так важно быстро сообщить о любом возгорании в службу спасения по номерам 101 или 112. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальный конкурс финального дня соревнований. Потому из вас, кто внимательно на протяжении 4 дней слушал нашего эксперта по пожарной безопасности Марию Александровну, справиться, ответить правильно на мои вопросы будет намного легче. Каждый правильный ответ будет стоить 3 фишки. Все ясно? Так что старайтесь максимально полно отвечать на мои вопросы. Скажите мне, кто первый начнет отвечать? С сомнением, но решила с Варя. Хорошо. Варя будет отвечать на первый вопрос. Первый вопрос, Варя, из первого дня нашего соревнования. Итак, расскажи, пожалуйста, как надо правильно входить в лифт и выходить из него? Надо сначала, чтобы зашли взрослые, а ты должен выходить первый. Правильно. Еще что важно, когда приезжает лифт, открывается дверь. Что нужно, на что обратить внимание, прежде чем зайти в лифт? Обратиться, что там ничего плохого нету. Есть ли вообще там есть что? Есть там кабина. А кто тебя сейчас спрашивал? Варя отвечает на этот вопрос. Согласна с Акимом? Что нужно проверить, Варь, когда открывается дверь лифта? Кабина. Правильно. Есть ли кабина лифта? Совершенно верно. Варь, 3 фишки твои. А это вопрос, Аким, со второго соревновательного дня. Вспоминай, что говорила тетя Маша, и отвечай на вопрос. Если в лифте случился пожар, какие действия надо предпринять? Надо, когда приехал лифт, выйти из лифта, заделать лифт чем-нибудь, чтобы никто не входил больше в лифт, и вы по лестнице выбежать на улицу. Так, подожди, Варечка, сейчас. Эти действия, которые ты назвала, они верные, но тут еще есть. А с чего вот в первую очередь нужно начать, когда услышал запах дыма в лифте? Надо что делать? Это вызвать диспетчер. Так, а какую кнопочку нужно при этом нажать? Вызов, правильно. Хорошо. Или куда еще можно позвонить, кроме диспетчера? В МЧС. По каким номерам? 101 и 112. Молодец, хорошо. Правильно, ты вспомнил, очень важно, когда выходишь из лифта, чем-то забаррикадировать дверь, чтобы никто больше не смог вызвать лифт, потому что это опасно. И после этого, как ты сказал, спуститься по лестнице на улицу. Хорошо, молодец, Аким тоже все вспомнил, умничка. Держи 3 фишки свои. Итак, Варь, следующий вопрос твой. На вас случайно загорелась одежда. Что делать, Варь? Надо лечь на пол и качаться туда-сюда. Так, один вариант. Хорошо. Резкие движения можно делать какие-то, когда вот ты горишь? Нет. А почему? Потому что оно может все, загореться, и руки, и ноги, если они у тебя голые, могут тоже ожоги быть. Еще больше пламя будет разгораться. Так, хорошо. Еще тебе могут помочь родители, если их нет, снимая одежду, если не получается, лезь в воду. Правильно. Или качаться по земле, как ты говорила, да. Или окунаться в воду, или поливать на себя воду. Да. Хорошо, хорошо. Хорошо, Варя тоже все вспомнила. Поэтому 3 фишки кладу тебе. И последний вопрос, Аким, твой? Из сегодняшнего нашего соревновательного дня. Чем можно потушить пожар? Песком, водой, пеной, из огнетушителя. Так. Или
Землей. Землей, правильно. Это самые такие, которыми уже много лет люди тушат пожар, самые первые средства. Так, хорошо. А еще, кроме огнетушителя, такие вторичные средства для тушения, огнетушитель ты назвал. А еще, вспоминая, тетя Маша говорила об этом, еще есть внутренние пожарные краны и пожарные щиты с инвентарем. Может быть, ты, Аким, вспомнишь, что за инвентарь входит? Вот. Лопата. Так. Специальное пожарное ведро. Правильно, Аким. Лом, такая штука есть, которая, если что, топор. Силы. Топор. Багор, есть такое приспособление, так? Пока не знаю, даже почему он. Надо вот тебе подойти к такому щиту и обратить внимание. Он есть во многих учреждениях, такой щит. Попроси маму тебе, она покажет, или папу. И еще крюк есть такое приспособление. Хорошо, Аким, вспомнил тоже все, что нужно. Чуть-чуть я тебе подсказала про инвентарь. Ну, а так ты в основном все сам, молодец. Держи, пожалуйста. Ну что, ребят, больше вопросов у меня к вам нету. Как вы думаете, какой сейчас момент самый ответственный у нас с вами? Вода. Нет, мы же еще не знаем, кто победитель. Давайте с вами определим победителя. А для этого мы должны сосчитать фишки, которые вы заработали сегодня. Считайте. Кто же у нас станет победителем? Сколько, Варя? 22. Ого, так много? Ну, давай быстренько считать вместе. 3, 5... 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, ребята, по итогам 4 игровых дней в нелегкой упорной борьбе победителем становится Аким. У него 71 фишка. А почетное второе место в этой нелегкой борьбе, Варь, занимаешь ты. У тебя всего лишь на 2 фишки меньше, чем у Акима, 69. Ребята, я вас поздравляю и хочу вручить вам подарки, которые вы заработали. Варечка, это тебе. Поздравляю. Варя, а это Аким, тебе. Ребята, за 4 игровых дня вы показали свои лучшие качества, упорство, трудолюбие, эрудицию. Я вас поздравляю. Но знаете, главное даже не эти подарки, которые вы держите, а те знания, которые вы получили о безопасности. Я думаю, что вы теперь знаете намного больше. Варь, правда? Применяйте их в жизни, и все у вас будет хорошо. Я вас поздравляю и прощаюсь с вами. А встречи жду с новыми участниками в стране безопасности. Место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока.